А что если вот так вот делать, как сумасшедший пилот-идиот? Туда-сюда. Может, это победная тактика? Ну, я просто не знаю, но типа, блин, если кто-то реально понимает, что происходит на экране. Да не, конструктор реально путно выглядит. Ладно, сейчас надо, главное, жизнь не потратить на этого босса. Первая фаза вообще очень легкая, типа, и... Точнее, вторая фаза, вот. Первый не отсосать, и все будет изи. Хорошо. Давай, давай, давай. Отлично, все. Скорее всего, я пройду. Пацаны, готовьте ваши блокноты. Ваша помощь потребуется для записи паролей, я вам так скажу. Кто-то будет хранить все мои паролей. Но эта игра... Я не знаю, если сравнивать, короче, с игрой на досе, с леталкой, эта игра просто настолько интересная. Это как глоток свежего воздуха. И если сравнивать с Вином Дизелем, наверное, на 18 уровней она мне дико надоест, и я просто там сгорю, и будет какая-нибудь тупость. Очевидно, но... Блин. После Вина Дизеля это просто глоток свежего воздуха. Не, тут не получается сохраняться, потому что разное количество контов. Тут никак в Army Man. Разное количество жизни, точнее, я не знаю. Ой. Пацаны, паузу надо нажать, на стриме будет. Сейчас. Блять, я так сфейлил. Чуваки, ну короче, я сфейлил. Я случайно скипнул пароль. Я думаю, никто не успел его увидеть. Если кто-то сможет перемотать как-то. Блин, и там новый-то пароль, не этот. Стоп, 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 стоп. Дайте, наверное, сохранюсь. Я думаю, что пароли всегда зависит от количества жизней, типа. Так, теперь я знаю, что нужно уничтожать эти хреновины. А, сначала, видимо, крест надо снести, а потом эти хреновины можно будет... Нет, нормально. Двадцать семь, тридцать штук. Бля, эта туфта так напоминает Independence Day на PlayStation. Уничтожать какие-то шары в космосе. Пароль записали, да? Вы не на геймфаке, смотрите, у меня разное количество хп. У меня на мэп, по-моему, начинался. Привет, привет, супермутант Маркус. Как дела? У меня вот плохо совсем. Много этих штук. Или нет? Блин, их тут, походу, все надо убить вообще, которые есть на этом уровне дурацком. Да. Если кто думает, что в этом графине легко найти эти квадраты. Глубоко заблуждается.
Блин, 90 секунд. Да... Кто вообще на этой планете смог бы это сделать, блин, муха? Я охерел. Вот с этого я реально охерел. Еще и муха доебалась, ну. Еще три. Да вы понимаете на стриме, что мне надо вообще сделать? Ну, в плане того, что я хочу абсурдность этой ситуации подчеркнуть. За 200 секунд в этом открытом космосе с помощью радара, который... Ну, блин, вот эти зеленые точки, вот это те, что остались. Надо убить вообще все эти хреновины, которые есть на карте. Они могут быть в трех измерениях, где угодно вообще. Здорово. Здесь можно только одно сказать. Здорово. Здорово придумано. Просто здорово придумано-то. Просто 10 из 10. Но я даже не знаю, что делать, как бы. Мне это видится вполне себе невыполнимой задачей. Я много сложного сделал за РГГ, но это как-то совсем пиздец. Одну такую штуку пролетаешь и заново на вираж, так сказать. Может, кто-то знает какой-нибудь супер выстрел, который все заовнит. Ну где они? Ой, блядь. Да, в космосе никто не услышит ваши крики. Разверните меня. Девять штук. Разбросаны по всей карте. Где она? Вот где она? Хер его знает. Я вам так скажу, негра в темной комнате найти легче. Как и иголку в стоге сена.
шлюху в хохле. Нет, стоп, это наоборот самое легкое. Короче. Бляха, муха. Эта игра залагала и не дала мне убить. Спасибо за подписку, братан, имя которого я не назову. Где-то же здесь была эта говняшка. Так, ладно. 30 секунд, 3 штуки. Только если мне повезет, и я увижу их. Нет, мне не повезет. Десять из 10, парни. Я надеюсь, кто-то перемотал и нашел мой код, потому что я не знаю. Я сейчас стрим, можно ли перемотать? GG. Осталось две где-то внизу, хер знает, где я там. Летал. Давайте сразу к нижним полетим тогда. Искать. Так, одна над космической станцией. И вот ту я еще не нашел, где-то она. Да, спасибо за пароль. Я не пойму, вот где этот-то? Вы чего, разработчики? Ну, зачем? Ну... Блять, нашел в самом верху. Вы знаете, на самом деле, в чем самая главная жопа, что таких миссий, я уверен, будет штук 10 на игру. Да. Увы. Наверное, через какое-то время. Сегодня, через час, или может быть даже меньше, я объявлю о неизбежном, что все-таки РГГ мне не покорилось. Ну, могло, но я сам развонялся на коврах, самолетах. И проебланил. А надо было пройти и закончить просто. Затерпеть, закончить, но я что-то подумал, что 20 уровней с таким управлением. Это невозможно. Оказалось, что игра за 2 часа проходится. Вот такие пироги. Ну. Опять-таки, это первая моя попытка была. Не знаю, будет ли потом как-нибудь, но... Теперь буду умнее. Тот космосим, как и футбол, непроходимый. Тут я честен перед собой. Ну, наверное, проходимый, но у меня уже настроения нет. К сожалению, на такие вещи. Ой.